С начала 2024 года на платформе Центральной Восточной Азери блока месторождения Азери Чирак-Кюнашли начнется добыча нефти. Согласно информации компании BP, в первые месяцы следующего года работы на опорном блоке будут завершены. После этого платформа будет выведена в море. Отмечается, что Центральная Восточная Азери станет первой автоматизированной платформой. Ее управление будет дистанционным и вестись с Сангачальского терминала. Напомним, что проект Центральной Восточной Азери является следующим этапом разработки блока месторождения Азери Чирак-Кюнашли. Цель его заключается в увеличении ежесуточной добычи нефти и газа за счет бурения дополнительных скважин и установки новых морских объектов.